Трагедия в Кемерове стала уроком беспечности со стороны ответственных за безопасность структур. Таких ошибок допускать нельзя. Безопасность в магазинах и торгово-развлекательных центрах должна быть главным пунктом в организации работы. Эту тему обсудили на встрече с лабинскими бизнесменами. Участниками совещания стали начальник отделения управления ФСБ России по Краснодарскому краю в городе Лабинске, начальник отдела МВД России по Лабинскому району, начальник отдела надзорной деятельности МЧС, а также заместитель главы района по вопросам общественной безопасности, казачеству и взаимодействию с правоохранительными органами. Силовики и лабинские предприниматели обсудили эффективность существующих мер безопасности и внесли предложение по усилению защищенности объектов с массовым пребыванием людей. В настоящее время на подведомственной нам территории осуществляют свою деятельность 39 крупных объектов потребительской сферы, которым уделяется особое внимание по соблюдению требований антитеррористической и противопожарной безопасности. И вы все знаете, что особенно в связи с трагедией, которая произошла в городе Кемерово, в настоящее время на территории Российской Федерации и наш Лабинский район не стал исключением, проводятся дополнительные мероприятия по этому вопросу. Уберечь людей и исключить любую вероятность возникновения трагедии – главная задача властей и силовых структур, подчеркнула Галина Цымбал, обращаясь к участникам совещания. На встрече также рассмотрели вопросы взаимодействия предприятий и организаций с учреждением «Безопасный город» и охраны общественного порядка при подготовке и проведении пасхальных праздников. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».